Всем привет! Сегодня мы будем с Виктором Савельевичем угадывать футболистов FIFA 21. 22. Уже 22-й год, оказывается. Всех приветствуем, всех любителей футбола, всех болельщиков сборной России. Скорость 81. Ну, да, от 100 это очень такая скорость, да. Должна быть не маленькая. Удар 72. Ну, тоже. Получается, из 10 ударов 7 забьет. Передачи. 79. Тоже из 10 8. Ну, это хороший показатель. Да. Но это прямо футболист смещен. Атакующий, наверное, скорее всего, который обводит, не боится, защитник не будет. Только... Ну, да. Так, теперь надо подумать, кто это. Но у нас с такими показателями есть. Голова. Да. Смолов. Мол. Я бы сюда тоже и Черышева включил бы. Миранчук может тоже. Миранчук не бежит, мне кажется, под 81. Но он может разбросать. Ну да. На короткой дистанции. Да. Я за Смолова больше. Смолова? Да. Ну вот я тоже. Мы думаем, это Смолов. Да. А? Смолов похож? А мы был у нас тоже. Да, голова была. Ну, удар 72, угловой уже лучший удар. И физика больше. Да. Тут мне физика больше в смысле. Да. Так, второй. Второй наш футболист. Наш футболист. Ну, это больше, наверное, полузащитник оборонительного плана, наверное. Да, опорный. Давайте, Баринов, Кузяев. Ерохин. Хотя Кузяев больше, мне да. кажется. Ерохин. Ерохин. Физика 71, навряд ли. Муха. Физика меньше была. Ну и, наверное, передача была бы с ударом, может быть, чуть поменьше. Ну, это явно группа такая больше на оборону. Давай Баринов. Баринов? Да, мы думаем, это Баринов. Баринов. Оля! Скорость больше, я думаю, у Барина. Под 72. Как у головы больше, наверное. Ну, а да, он подключался, я помню, тоже так за Локомотив особенно. Третий футболист. Так, это вратарь, потому точно, что да. нырок, игра рукой, игра ногой. Я тут вообще бесполезен, честно. Складывается, прыгает. Да, ну вот. Ложится. Игра рукой, как далеко вводит мяч. Ну, хорош показатель. Да, игра ногой, так, средняя. Так, у нас всего сколько вратарей? Дюпин, Сафонов, Гильерми, Лунев, Шуня. Максименко. Максименко. Да. Так, из шести надо выбрать одного, но это нормально. Ну, я думаю, Гильерми. Если был бы Сафон, мне кажется, игра рукой и ногой была бы лучше. И позиция он хорошо выбирает. Да. Мы думаем, это Гильерми. Лунев. Лунев. Это серебряная карточка. Она типа рейтингом под 70 максимум. А, ты разбираешься в этом? Да. Ну, я так играл раньше. Я знаю, кто это просто. Ну, напротив вас сидит. Да? Ты сам себя знаешь? Это я. Ну, 34 удара. Только у меня одного. Наверное, запомнил. А, из-за этого, ну, мне кажется, у тебя должны быть лучшие показатели. И дриблинг 57-58 передач, это я помню. Не, ну ты в дриблинг как ты не обудешь, но ты продвигаешься с мячом, ты тоже... Ну с мячом хоть на ты, не на вы. Дриблинг нормально, но тут как-то заниженный показатель. Ну тут именно тоже серебряная карточка, как я понимаю. Не знаю, как они делят. Ты знаешь вот это вот? Ну это я думаю я, да. Это 100 пудов, я думаю, больше я не знаю. А, ну. Без шансов. Я думал, выше будут вот эти показатели. Ну и скорость, я думал, хотя бы под 65 бы сделали. Вот это вот выше будет. Да, и удар, ну и передача. Ну удар, у тебя удар, пушка, что это, я не понимаю. Только не створ, конечно, может быть. Так какая разница, ну, да. Удар, диагональ делаешь, тоже это удар по мячу. Вот это смол. Точно смол. Смол. Да, потому что защита вообще очень слабая. Да. И дриблинг хороший. И физика средняя. Да, дриблинг. Это смол. 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 Миранчук. Давайте перезапишем. Хотя... Миранчук. Миранчук? Да. Мы думаем, это Миранчук. Да ну, слава богу, не смол. Все, угадали. Скорость хорошая, быстрый. Кто у нас? И он? Я уже не знаю, кого даже думать. Дриблинг. Дриблинг 64, но это очень маленький. Для нападающего. Это значит, что он... А по цвету-то можно тоже сказать, да, как-то? Ну, это вот 79 выше, наверное, кажется. 77 выше. Физика очень хорошая. Очень хорошая. Кто у нас такие здоровые? И бегает. Леха бегает, но... Леха бегает. С пользой. Ну, тут удар, и вот он просто бегает, выносливый, но удары что-то там вообще. И скорость удары. Высокая. Да, и скорость высокая. И защита высокая, смотрите, 79. Это не правый левый защитник,
ни Марио, ни Каравай. Каравай бы не 81 не было бы. Кудряш, может быть, нет? Ну, Кудряшова передача в римлике навряд ли такой. Ну, это хорошо обороняется Кут. Да. Джика, может быть. Джика бежит. Вот именно Фифе ему делают хороший... Ну, кажется, не 81 было, я помню, смотрел. Или 80. Ну, если по скорости Джика 8 согласен, удар не согласен, передача не согласен, дриблинг не согласен, защита больше можно дать. Угу. Физику такая, да, согласен. А защитник, потом дриблинг, да? Да. Много да, не идет. Да. Так. А Марио много в дриблинг идет. Да, Марио. Значит, не Марио. Я думаю, Джика, да, больше некого. Ну, давай. Я думаю, мы думаем, это Джика. Джики. Джики. Да. Да. Ну тоже, вот как вот 53-61, 60, это сделает и здесь хотя бы 65, и здесь 65, и здесь 70. Вот. Где он тогда будет похож на полузащитника. Да. Так, шестой игрок. Оборона не очень высокая здесь, на этом именно. Угу. Физика хорошая, удар. Ну, защита. Он же как опорный. Я даже не знаю, защиты больше было бы. Может быть, это. Полузащитник какой, а кто у нас? Ероха. Не, просто физика хорошая. Физика хорошая, да. Физика хорошая, защита плохая. Значит, это не опорная, значит, это выше линии. Потому что опорную защиту ставить, то, да, это вообще это проходной двор будет. Надо ставить тогда это выше, это получается инсайд. Инсайд, кто у нас? Бакай, Заха. Ерохин. По цвету, да, молодой. Захарян, давай. Захарян, я думаю, навряд ли скорость, я думаю, больше дарит ему из-за скорости. Хотя фиг, это же FIFA. Или Бакаев, или Захарян, я думаю, наверное, так. Бакаев тоже. Бакаев это тоже физика хорошая. Тоже. Вот этот показатель очень должен быть. Кстати, Заба. Защиты плохой, физика хорошая, скорость такая себе, заболотная. Заболотная? По цвету карточка. Заболотная. Да? Это заболотная. Я все вспомнил, это заболотная, точно. Точно, я прям вот я все вспомнил. Физика здоровая, думаю, кто у нас такой здоровый? Как вы думаете, это? Скорость бешеная. И скорость, и физика. Физика. Здоровый. Что это за карточка такая? Это легенда, да, легенда, типа сборной. А, так это не... Нет, это настоящий игрок. Настоящий. Это раньше играл, который сейчас, да. И типа он вот раньше играл. Раньше играл, да сейчас нет. А, он сейчас Мрамор его закатали, да? Мрамор. Вы, наверное, можете его знаете даже. Мы с ним знакомы. Ну, это защитник однозначно. Да, защитник, да, да. Здоровый. И бежит хорошо еще. Под нападающих всех ловил. Я знаю, кто это. Никифоров? Нет. Скорость сумасшедшая. Это тот, кто играл за рубежом еще, может быть. А, даже так? Да. Потому что он не только в России поиграл, но он поиграл и в, там, допустим, в Испании. Ну, Валерий Георгиевич? Не. Ну, у него не такие, наверное, статы будут. У него удар будет посильнее и ну, да, дриблинг посильнее будет. Ну, это защитник должен быть, да. Который играл там. Ну-то... Даже не знаю, кто это. Не, ну если ты на меня намекаешь, то тут у меня скорость пониже. Ну это вы. Да? Да, точно вы. Да ладно. Серьезно? Мы же в Мрамор закатались. Виктор Савельевич Анопко, легенда России. Вот. Такой рейтинг у меня высокий? Да, 89. Ничего себе. То, что вы поиграли в России и за рубежом, и вот. То есть и капитаном сборной, и французов поиграли, вот поэтому так. Да. Какой ты год? Молодой. Ну, это сборная России, майка, Рибок, это 93-й. Это ужас. Ну, удар у тебя пушка, блин, просто вообще. 34. Куда? Всю жизнь бил, бил и буду бить, а тут да. Нафиг 34. Все, сейчас я исправлю. 34 удара, это очень мало. Тут поставим. Удар 7 поставь. 70. 70. Все, вот теперь я доволен. Все. Спасибо всем.